Во-первых, это его внуки. Ребят, давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Я Лузанна. О, какое красивое имя. Лев. Ну, очень приятно. И еще есть все-таки... Еще один герой. Это герой, да. Кто? Я бы сказал, героиня. Это доча. Собака породы чихуафу. Ну, это моя доча. А зовут ее как? Доча, так и зовут. Это хитро придумано, мне кажется. Да, потому что у меня два сына человеческие. Да, и вот да, да, доча. Как это странно различать. Два человеческие, так же. Мне кажется, нечеловеческих у вас очень много. Я даже звериный дед. Ого. Ну, а если мы начали говорить уже про зверей с вами почему-то, да? Расскажите, год быка, он какой должен быть? Он, во-первых, бык – это трудолюбивое животное. То есть мы должны все работать и поставить перед собой цели и идти к этому, потому что бык всегда доходит до своей цели. Это в первую очередь. Бык – это то животное, которое любит открытых и добрых людей. И не любит лживых, да, лентяев. Поэтому у нас у всех есть цель. То есть в новом году поставить цель, работать и дойти до своей цели. Это все сбудется. Но вообще, бык, он раздобрый, значит, подарки будут хорошими. Интересно. Да, вот, ребята, а вы какие подарки загадали на Новый год? Есть уже пожелания или нет? Поделитесь? Расскажите, какое у вас будет желание? Блестяшки хочешь? Ты что хочешь? Какой подарок? Машинку. А какую? Автобус. Автобус? Ого! Хорошее желание, правильное. А вы чего желаете всем тем, кто встречает этот праздник вместе с нами? Ну, я желаю всем добра. Потому что только доброта спасет этот мир. С Новым годом! И с Новым годом всем, всем, всем. С новым счастьем! Ну что же, пока мы будем танцевать и плясать, я хочу вашу дочь потрогать, подержать. Ой, боже мой. Может быть, заведем такую? Прямо сейчас?